Режиссер Константин Богомолов опубликовал сегодня программный текст про современный западный мир как торжество нового квир и ферм-нацизма. Он называет это квир-социализм. Текст выдающийся, совершенно эпохальный. Непременно прочтите его в «Новой газете». Это же еще один из видов такого троллинга Константина Юрьевича — опубликовать совершенно реакционный с точки зрения московской либеральной публики текст в самой либеральной газете. Константин ярко, емко и невероятно точно определяет современного человека как человека, которому запрещено ненавидеть. Современный человек должен только любить. Натурал – гея, мужчина – женщину, подросток – старушку, кошка – собачку. Если ты не умеешь любить, общество начинает ненавидеть тебя. Поскольку не дозволено ненавидеть любящего, вся заложенная в нас природа и ненависть обрушивается на ненавидящего. Одна из редакторш телеграм-канала «Антиглянец» после смерти Василия Ланового обвинила его в бездушии, потому что он якобы был антисемитом. Ну, то есть на самом деле он просто немного подтрунивал над евреями по-дружески. Но за это приличному человеку его уже стало можно искренне ненавидеть, даже у гроба. Вот я гей, и я счастлив, что пока имею право жить в мире, где у людей есть право не любить геев. Я живу с ВИЧ, и я счастлив, что куча людей вокруг меня может открыто говорить о нелюбви к таким, как я. Я счастлив, что могу сам не любить митингующих студентов, насильников, антипрививочников или мотоциклистов со стритрейсерами. Я хочу оставаться человеком и иметь право на ненависть. Оставьте мне мою ненависть, оставьте себе свою. Будьте людьми.